буду долго я учиться. Не зевать и не лениться, не скрывать тиши ночей над тетрадками очей. Чтоб закончить курс учебный, получить диплом врачебный, сделать строгое лицо и отправить письмецо. Гражданин директор школы, приходите на укол. Мы сегодня целый час убирали новый класс. 100 бумажек от рисок, 100 огрызков и записок обнаружилось у нас. Было только 3 урока, а не 5 и не 6. Как же мы успели столько написать, прочесть и съесть? Если сразу же начать, лишь пятерки получать, дома к ним привыкнут скоро и не будут замечать. Потому мозги включи, пару двоек получи. Мама будет возмущаться, но не споря, помолчи. А потом уже опять получить, ты можешь 5. Мама станет непременно целовать и обнимать. На нее только взгляни, и стани, сиди, стани. Намекай, пятерки эти, ох, нелегкие они.